Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочную 3М крепыш. С перегородкой на бетонный фундамент. Разложились уже. Начал одну арку собирать. Все потихонечку. Здесь производится сборка торцов. Двери будут опущены. До теплицы далековато, не очень удобно, но тем не менее собираем. Так, один из первых этапов прикручиваем прогоны на саморезы 19, 5,5 кровельные. Здесь на клопики изнутри, так как будет стоять фрамуга коньковая. Вот по такому принципу собираем каркас. Поставили перегородку, наживили. Вот таким образом. Против дырочек здесь. Следующая половинка теплицы пойдет. Ну вот уже практически собран каркас. То есть осталось один торец поставить. Перегородку поставили, скрутили все арки, прогоны. Дальний торец с форточкой. Сейчас доделываем третий торец. Ставим, обшиваем и предварительно будем крепить на анкера фундаменту. Леонид собирает третий торец. Также дверь будет опущена. И фрамуги еще надо. Подготовил фрамугу, накрутили петли, цепочки, уголочки упора, ручка шпингалет. Торец почти готов, последний. Опущенными дверями, там перемычка. Сейчас производим установку резинового уплотнителя. Вот собрали полностью каркас с обшитыми торцами, набросили поликарбонат, еще только по торцам и по центру. Установили коньковые фрамуги. Сейчас вложим сюда листы,
вот эти проемы, где будут стоять фурнуги, подгонять под фурнуги нахлёсты на поликарбонат. Здесь уже подрезали под отливы поликарбонат. На этой стороне, на той стороне сейчас тоже включаем, отрезаем, равняем. Все дальше по ходу. А, еще не сказал то, что за анкерили полностью каркас теплицы. Анкера по бетонному фундаменту. Все красиво. Створчатая дверь на перегородке. Обшили секции с коньковыми фурнугами. Сейчас тут подрезать еще внизу. Будет одеваться пропалента профиль торцевой. Вот и готова теплица. Теплица арочная. 3 метра в ширину. Крепыш. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20. Арки 20 на 40 усиленные. В торцах перегородки 20 на 40. Полимерно-порошковым способом окрас. Цвет шоколад. Поликарбонат новатор 0,75 плотности, 4 мм толщина. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Отливы должны стоять, но клиент будет заказывать конкретно под свой размер фундамента. Будет ставить сам. Теоретически ставится отливы сюда сразу. Поликарбонат будет не закреплены. Вот на торцах стоит уплотнительная резинка. Две коньковые фурнуги. Одна уже начали открываться уже. Теплица нагрелась. На этом торце цельная дверь. Над дверью козырек водоотталкивающий. Теплица закреплена на анкерах к основанию фундамента. На коньковых фурнугах стоят термопривода, автоматическое проветривание. На перегородке стоит двухстворчатая дверь. Щечек. И ставим щечек. Также уплотнительная резинка. Большей герметичности. Дальний торец, форточка вертикально открывается вверх. В этой секции также коньковая фурнуга с термоприводами, автоматическое проветривание. Все качественно, надежно. И немножечко опять. Все четко. Двери опущены, так как фундамент занижен, здесь под дверной проем сделан. И здесь перемычка дополнительная. Также и на входном торце. Все.
все. 6-метровая теплица в длину получилось 2 секции по 3 метра. Такая красота. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Заказывайте вот такие красивые, качественные, надежные металлоконструкции. Всем пока! Thank you.